Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии в Барановичах, которая произошла накануне в одной из школ. 16-летней девушке стало плохо во время урока. Прибывшие медики констатировали смерть у 11-классницы. Правоохранители опрашивают педагогов и родственников. В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД, в том числе в местах проведения рождественских мероприятий. Инспекторы уделят внимание пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Наряды ДПС проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования, особенно обгонов и проезда пешеходных переходов. Утверждены тарифы на ЖКХ на 2022. Повышение произойдет в два этапа. С 1 января на жилищно-коммунальные услуги на 11 рублей 10 копеек. И с 1 июня на отопление, свет и газ на 3,40. Последние годы жировки тяжелели таким же образом. В 2021 сначала выросли цены на воду, капремонт, газ, а во втором полугодии подорожало отопление и горячая вода. У католиков в Беларуси рождественский сочельник. Вечером верующие по традиции придут в костелы, чтобы разделить друг с другом и священством один из самых любимых и важных праздников. Богослужения совершаются три раза – в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, в чреве Богоматери и в душе каждого христианина. В Бобруйске с 24 декабря по 14 января будет перекрыта площадь Ленина. Такая мера обеспечит безопасность дорожного движения на время проведения новогодних и рождественских праздников. ГАИ просит водителей заранее планировать свой маршрут.